Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Иванушка, и это вторая часть по прохождению карты, где мы проходим через множество игр. Со мной сегодня Ли Фокс. Да. Всем привет. У нас, как сказать, в Майнкрафте несколько игр, которые мы должны пройти и вернуться домой. Да, так, в прошлой серии мы вот в Портале оказались, и да, на этом уровне остановились. Я сейчас там запал, а ты туда запрыгнул. Да ты сюда, Валь, прыгай сюда. Так. Спасибо. Иди сюда. Чё? Я заметил вон там. Чё? Вон там вот. Какой-то типа секрет. У меня получалось там. О, вот. И давай зайдем туда, может там что-то. Пасхалка есть какая-нибудь. Заходи. Чего? Ой. Чё? Здравствуйте. Камеры. Здорово. Нас снимает. Короче, нас перебью. Все, пока. Давай, ставь куб, если надо. Давай, нам надо куб поставить, давай. Да, кстати, мы узнали, что если мы как там с Ваней умираем, то у нас, короче, смерть идет. Ну. Денег. Короче, да. Ваня! Что, ты засрал? Я там остался. Батяра. Я уже пошел. Ну, все. О, нифига, это что такое? Это какие-то черные негры. Прыгай. Тихо. Фух. Нормально. А прошли. Все, это изи уровень. Давай, ты все решаешь, я умный. Так, здесь надо куда-то пойти. Я думаю, надо через щель. Да, все верно. Гений. Окей, ну пока легко. О! Чего? Подожди. А если эти видео, это когда в спидтест? Стой, мне что-то это не нравится. О! Нифига! Нормально. Ладно. Так. И в мой. Так, ладно, давай пройдем. Туда, наверное, нельзя пройти. Это какая-то фигня, туда нам не надо. Я вижу мучак. Я что, подожди. Так, сюда. И вон туда. Готово. Все. Рычаг. Так, главное не умереть, Вань. Нажимай на рычаг. Зря. Открывается дверь. Я сейчас пройду, не заходи. Может, у чекпоинт. Репортируйся обратно. Я портал просто оставил. О, нифига себе, это что такое? Что же шевелюры? Приключения. Так, заходим сюда. У меня там портал типа стоит. Ну тут я, кажется, понимаю, также через шель стреляем. Только это сложно. О, все, попал. Ой. О, тут рычаг какой-то. Какая-то. Тут какая-то штука стоит, ну ладно. У тебя куб, да? У меня куб. Да, у меня кидай. Куб. А, его сюда кидаем. Так, открылась следующая дверь, по идее, но она не открылась. Нет, тут. А, там открылась, там Ваня открылась. Вон штука, видишь, проход какой-то. Хопа, все, я здесь. Оп, вон я. Рычаг, нажимай. Вторая комната открыта. Вторая комната открыта. Готово. А, я обратно тпхнулся. Да? Ваня, тут. Там мой портал. А, все, я тпхнулся, я уже свой сделал. Погнали. Вторая комната. Вторая комната. Значит, надо будет открыть 4 комнаты. Всё. Опа, Вань, аккуратнее, не забывай, мы можем оказаться там. Может, я поставлю тут спампоинт? Не знаю. Хочешь? Нажми 5-7. На кнопку. О, Катя, у меня тут броня какая-то, которую Илья нашел где-то. Не знаю, откуда он ее нашел. Да, я просто из креатива достал. Да чё за фигня? Да ты, Ваня! Да чё? Ты меня запер. О, я открыл дверь, все. Подожди, туда ты поехал? Давай, пока я пошел. А теперь вот на ту кнопку. Теперь от. Чего у меня? Подожди, у меня анимация. Во-первых, у меня тут. А во-вторых, у меня все черное. А во-вторых, я тут. Я тоже. А во-вторых, вон комната. Последняя комната осталась. И как? Думаете, я слепой? Я нажал на рычаг. Ничего. Интересно. У меня есть куб.
Ваня, иди сюда! Где? А. Я тут лазер. А, чего? Я зашел сюда. У меня тоже зашел. Красный. Так, о. Следующая игра? Следующая игра? Следующая игра. Подожди, не говори, у меня загружает. Бенди! Это? Кстати, у меня Бенди на канале, скоро выйдет третья часть, так что ждите. Я встал на чернила, у меня чернила почти все с того. Ваня, давай ты пойдешь, мне страшно. А что страшного? Welcome, здравствуйте. О, нас Бенди. Сейчас убьют Бенди, вот он. Смотри, Бенди. Ой. Генина. Подожди, броня, я могу Бенди взять. Нет, не могу. Нет, не можно. Подожди, а двери можно открывать как-нибудь? Ладно, давай пока поищем. Я испугался. О, рычаг. Это книга. Подожди, книга, я открою. Нет. Книгу. The Lesson of Living. Короче, тут ничего. Так, кстати, будет вроде скример. Кстати, насколько я помню, тут будет скример. Ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. Пойдем тогда в другую сторону. Зачем ты голову перевернул? Ну ладно. Так, ладно, давай пойдем пока в эту сторону. Ну, куда нам надо? Ладно, я сюда пойду. Dreams come true. Чё? Да вы задолбали! Все, пойдем. Так, ну тут двери просто не открываются. У меня книга, которая не открывается. Сетка. О! Я знаю эту сетку. Опять пустые комнаты. Еще кнопка. Выходи. Кнопка. Вань, ты что, не увидел ключ? Банка чернил. Серьезно? Ладно, а вдруг мы смотри. С Бенди будем есть сражаться? Смотри, тут же будет, понимаешь, чернильная машина. Вот она. Сушилка. Говоря, как-то страшно. Найди ключи. Такая музыка странная. Ну, это та самая, помнишь, из оригинала. Сундук заперт. Сундук. Так, во-первых, тут опять какая-то комната. Мертвый куст. Где? А, вот, тут решетка где была. Все, и насколько помню, здесь, кстати, двери не открывались, когда я проходил, Бенди. Я, честно, я не обосрался, но это было... А, я думаю, это Грэнни. Да, Грэнни. Ключи! О, идем туда. Подожди, давай все комнаты проверим. Не, текстурпак вообще офигенный. Как я без него играл? О, смотри, тут сцена. Ты задолбал меня уже! Сцена. Это же из... Почему тут из первого и второго акта... Подожди. За Бенди игрушка. Бенди игрушка. Кстати, знаешь, в чем прикол? Тут почему-то. Ты задолбал меня! Кстати, хочешь прикол? Тут вторую и первую главу совместили. Ты ударил меня чернил на экранчике. Меня тоже. Кстати, почему тут первые и вторые главы, типа, сделали, понял, вместе? Ладно, пойдем. Потому что там, типа, комната была такая. Ваня, только что вспомнил, надо не забывать, у нас стамина же. О, он появился. Привет. Здорово. Почему этого я не испугался? Кость, гаечный ключ я возьму. Кость железа. Здесь вроде будет Борис или как его? Ковальня. Короче, один из Борисов, так сказать. О, рычаг. Один из Борисов. Найдите 6 предметов, почините машину. Но подожди. Я нашел один. Вань, я же наш ходил. Да. Иди сюда. Подожди, я должен открыть. Я находил чернила. И находил игрушку. И все. Но подожди, я же сейчас открою. И тут шестеренка. Ага, а. Это тоже одна. И гаечный деталь. Ключ есть у меня. Ага, пошли туда вставить. Она мне как-то больше нравится, чем портал. Ну знаешь, а как будет Бенди выглядеть, мне интересно. Так, ставь гаечный. А гаечный вот сюда. Еще что? Книга, Вань, книга. Книга, стоп. И пластинка. Все, осталась пластинка. Блин, как немного страшно, а вроде бы нет. Видишь? Это типа реально взяли. Меня просто бесит. О, пластинка, я нашел. Тут еще играет она. Нет, меня просто бесит. Все, Илья, пойдем. Я прям очень... Подожди, не ставь ничего. Ты слышишь? Музыка.
дошел до финала. Ты жив, но мёртв душе. Блин. А да, да, блин, ладно. Все. Такая знакомая песня. А я ей не пел. Ой, не, точнее, я не знаю. Все, врубай рычаг. Сейчас чернила появится. Театр пойдем. Вообще, по идее, после этого пункта, насколько я помню, у нас просто все. Типа, за нами бежал Бенди по канону. Я слушаю музыку. Блин, мне так нравится, когда я знаю сюжет, это так круто. А, где-то вот в этой стороне. Проверь машину. Чернила появились. На них я замедляюсь. Да. Ты слышишь свист? Сейчас будет Бенди скример. По канону он должен быть. Мне страшно становится. Но я что-то не чувствую страха. Там не особо страшно было. Честно, я почему-то не испугался. Мои главные интересные штучки. Где она находится? Ай, дверь закрыта. Ладно. И чё? Ты кто нафиг? А опять оставлю сейчас фрагмент. Да вроде сюда нет. А, дальше. Иду. А, нет, это Борис тут. Это там... вот в этой стороне, да, здесь. Бенди! И вообще ни скример не было нормальный. Он не бежит. Погнали. Он не бежит. Он не бежит! Тут ничего нет. Прикол. Ладно, пойдем. Сейчас мы... Там... Ну, скорее всего, просто они не сделали, что он бежать должен. О. Куда сюда? Откуда ты меня вообще заманил? Вроде куда-то к Борису, не. Ты тоже? Спрятались. Не... Мне это музыка. Ко входу, к выходу, типа. Туда мы должны идти, вот сюда. Все, выход, типа. Все, мы падаем. Мы что, будем все головы... Вы прикосим, мы все головы пройдем. Опа. Да не, мы же в портале не все прошли. О, я выкрутил вот этим вентилем. Сейчас Пол Бенди должен вылазить. Нет, сейчас не должен быть. Нет, сейчас мы должны просто выкручивать все вентили. Да. Чтобы все чернила исчезли. Так вот. О! Вот. Ну я говорю, сейчас все чернилами заполнится по логике должно было. Так, здесь теперь по сюжету тут должен просто чернил. Мы сейчас топором типа ходим, вот топор, да. Держи. Топ, ты в креативе сейчас? Я тоже. Приключением. Нормально. Мы этим топором в будущем будем еще воевать. Ну да, мы будем чернил, который появляться. Готово. Открывай. От чего? А. Мне показалось, если бы у меня топор забрали. У меня тоже. Да. А, гаечный ключ. Гент? Ну, а, точно. Это его... компания Гент, вроде, да. Ой, я могу сломать вот это. Ну, это, кстати, дольше. Это будет помедленнее. Ромы. Ну, он еще хуже, типа. О. Коридор. Да ты что меня бьешь? Да не тебя, я его хотел ударить. О, закрыто. Да нельзя. Сюда, смотри. Сюда можно. Найдите два рычага. А, то есть. Блин, что тебе еще пишет? По канону, ничего не должно. Никакие рычаги не нужны, кстати. Ну, это не канон. О, вот он сюда. О, сюда. А, о, вы сюда. О, сюда. О, да, успокойся. А, я круг прошел. Гений. О. Рычаг. О, сюда. Я его нажать не могу. А. И чё? А? Найдите два рычага. Мы что заактивировали? Еще один надо найти. Смотри, тут окошко, и тут в комнате. Никого. А у меня стамин закончился, подожди. Как? У меня она ни разу не закончилась. Нет, о, еще раз. Быстро. Мы нашли два рычага. И чё дальше? Подожди, Вань, подожди, не иди. Все. Все, пойдем. Вроде сюда. А нет, не сюда, вон туда. Туда. Бенди стоит. Вот. О! Открылось. А здесь что-то есть? Давайте побыстрей. Мне.
Сломай переграду и залезь в вентиляцию. Вентиляция где? Вот она. А. Я слышу, кто-то идет. А как? Нет. Просто вот. А. Ой. Просто заходи. Подходишь, типа. Мне сейчас кажется. Че? Ты тут? Ага. Нет, нет, нет. Это мы ломать можем, только не понять зачем, ну ладно. Еще двери, а тут? А тут закрыто. Ладно, посмотрим, что? Сколько всего голов будет. А? Ну тут было открыто только. Так, здесь закрыто, серьезно. Здесь ломаем. Короче, всегда посередине ломаю, я сверху. Чего, Бенди? Режим. Бенди, какого? Он не должен быть здесь. Вентиляцию, вентиляцию. Нет. Там дэ-дэ-дэ откроет. И где он? А он сейчас должен пропасть по канону. Типа он может просто вылазить. А он вроде может просто вылазить. Бежим, 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 оп, оп. Только в том, что он по канону может нас забрать. Неинтересно, а нифига тут Бенди. Тут в одной комнате куча Бенди. Да, я видел. Опа, бежим по чернилам, по чернилам, по чернилам. Или там куда-то бежит. Оп, оп, живем, живем. Ты где? В трубе? Не, Бенди, передо мной. Вау, обычно музыка Майнкрафта. Рестарт. Yes. Чё ты сделала? Да. Мы сейчас вместе должны бежать. Да мы не сразу поняли, как бежать. Погнали. Все, бежим. Не, я просто стою такой там, Илья. Бежит. Бежит, бежим. Оп, бежим. Опять. Там недавно было тепло. Давай, 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 Илья. За тобой? Ты, нет, за тобой. За нами. Логично. Давай, Илья. Стамина, открывайся, дверь. Стамина закончилась. Стамина. Нет, я выживу. Закройся. Ты чё? Ты чё? Тут чернила. Гений. Сейчас должна быть опять вторая глава. Следующая игра? Следующая игра? Что это значит? Что? А нет. Следующая игра! Да, следующая игра! Погнали, следующая игра! Чего? Бенди? Фух, успели. Ну то тебя вытолкнул. Так, загрузка. Это что, Майнкрафт? Майнкрафт, Майнкрафт. ФНАФ, спорим ФНАФ. Да, не пофиг. Мне просто интересно. Что это? Чего? Балди. А, точно. Давай Балди. Точно. Я вообще ни разу не играл в Балди. Тут какие-то... Надо учебники искать. Ань, иди сюда. Чё? Где? Уже ищешь, что ли? Да. У, я нашел первый этаж. Тебе надо сейчас решить. О, монетка. Там вроде она нужна для того, о, чтобы... О, Балди появился. Реально? Он двери открывать не может. Ну, бойтера. Капец. Не, как-то легко стало, знаешь. Спокойнее. Да. Еще. Да, такая музыка просто напряженная была. У меня не, вообще не идет. О, учебник. Гринбук. О, я получил газировку, Вань. А я получил гринбук, но при этом ничего нет. О, шоколадка, я тут все забираю. Кстати, там. О, я газировку выпил, я какой получил... же я тупой. Я получил, ну, сейчас уже получается две. У меня три. Съешь, это а ты станешь быстрее. Понятно. Да, у меня тоже шоколадка. Так. Еще одна должна быть. Еще одна тетрадь, готова. Сколько всего тетрадей, мне интересно? У тебя сколько? У тебя сколько? Три. Ага, семь. Балди, Балди, Балди! Хабос. Ты зачем открыл? Он открыл. Он открывает их. А, он научился? Нужна монета. Нам нужна монета. У тебя есть монета? Спасибо. Так. Последняя тетрадь, по-моему. Еще одна. Новая задача, бегите со школы.
Вон, выход. Чё, всё? Выход. Всё. А, да, что ли? Я даже шоколадку не использовал. Чё, следующая школа? Чё? Подожди, будет 2-3 школы, что ли? Не знаю, я не помню никакой школы. Я помню одну школу и лес. Я тоже. Ладно, давай быстренько еще соберем учебники, это вроде быстрые занятия. Не будем здесь медлить. Только сейчас я слышу балди уже жестко. Плюс к этому тут еще какие-то пустые классы. Я еще одну книгу нашел. Не, получается, у нас уже 2 книги. Не знаем, он убьет нас. О, какая-то кнопки. Чего? Второй этаж, что ли? Второй этаж. Да что за... Ты тоже балди? Чего? Так, блин, книга. Еще одна книга. Ну, я не знаю, сколько из наших, а сколько не из наших. Их еще 7, их 7. Золотая. Все, зеленую собрал. Он стоит у двери. У меня получается 2-3 книги, по идее. Все, отбежал. Использую. Не знаю, хотя нет, не буду пока что. Так, у тебя сколько? Подожди, шоколадка. Я шоколадку нашел. Я уже 4 собрал. Но я 2-3. Все, уходим. Yes. Yes. Ну пока что мы почти все собрали. Чего? Чего? Откуда? Шоколадка. Все, последняя книга. Ну вы за нас бегите из школы. Я сбежал. Ты подожди меня. Хотя все равно меня тупо не пофиг. Он жесткий, оказывается, Ваня, он жесткий. Да, лежим. Ладно. Все, выход, не, выход, выход. Давай, новая игра! Или еще одна школа? И новая игра! Вот. Все, да, давай. Давай сейчас посмотрим, что за игра, а потом уже закончим, да? Ага. Да. Мне кажется, FNAF или Sonic? Sonic? Кстати... Да, тут Sonic. Оф, моя голова, где я? Undertale! Ну, ладно, да, это... ладно, ребят, с вами был я, Иванушка, Inly Fox. В следующей игре мы пройдем Undertale, а в этой игре... А в этой серии, блин, в этой игре... В этой серии мы прошли две серии. Мы прошли две игры. Получается, Балди. Портал? Бенди, да. Всё. Ну, игра очень прикольная, и мы по первой серии поняли, что да, вам Майнкрафт. Она нравится. Да, Майнкрафт. Карта. С вами был я, Иванушка, Inly Fox. Всем пока!